Я приветствую каждого зрителя канала Политека. Меня зовут Дина Бернацкая, и мой гость сегодня Федор Крашенинников. Федор Геннадьевич, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Пользуясь случаем, хочу попросить наших зрителей подписаться на канал Федора. Для нас это очень важно. И подписаться, конечно же, на канал Политека, если вы этого еще не сделали. Мы работаем для вас. Федор Геннадьевич, начнем со следующего. Крымский мост восстановят через месяц, об этом заявили крымские власти. Но вот самым подрывом пока не все очень понятно, кто и зачем это сделал. Родственник погибших на Крымском мосту, который ехал вместе с ними, рассказал подробности подрыва переправы. По словам мужа сестры Натальи Кулик, Сергея Шестакова, они с семьями поехали отдыхать в Крым, но отдохнуть, как мы понимаем, не получилось. По дороге прямо на мосту черный кроссовер взорвался. Собеседник, который рассказывает данную историю, видел труп Алексея Кулика и повреждения на мосту. По его словам, дальше он излагает то, что он увидел. Взрыва было два. По его словам, перед взрывом было странное событие. А именно, машина Шестаковых уехала вперед, а Hyundai семьи Кулик был направлен в правую полосу на досмотр, где задержался. Вскоре после досмотра прогремел взрыв. К какой версии склоняетесь вы? Что вы думаете, что это было? Я думаю, что это была акция украинских спецслужб и военной разведки Украины, о чем, собственно, уже всячески намекает руководитель военной разведки Украины. Подозревать в организации взрыва любую другую структуру просто бессмысленно, потому что для российских властей Крымский мост – это не только важный политический объект, но это еще и важный объект снабжения, поэтому никаких оснований и мотиваций устраивать взрывы на Крымском мосту у российских властей нет. Никаких независимых партизанских движений в России не существует, поэтому я абсолютно убежден на 100%, что это сделали, так сказать, разведка Украины. И, в общем, это уже не первая акция, сделающая по одному и тому же сценарию, когда именно машина на мосту взрывается. Чего ожидать от Российской Федерации? Мы помним, когда первый раз подорвали Крымский мост, и Российская Федерация нас бомбила достаточно-таки плотно. Что будет в этот раз? Либо, в принципе, мы уже готовы ко всему? Ну, я думаю, что ничего нового не будет. Будет также бомбить и обстреливать, и наносить, так сказать, новые удары. Но я не знаю, что еще нового можно сделать. Ядерные бомбы, я думаю, бросать не будут пока. Но, что могут, то и сделают. Мост восстановить, тем более, что я так понимаю, что железнодорожное движение не прервалось, а, давайте честно, военное снабжение идет главным образом по железной дороге. Поэтому гибель этих людей, которые там погибли, гражданских, она, в общем, никак не поможет украинской армии сломать сопротивление российской, потому что военные грузы как шли, так и идут по железной дороге, а железная дорога не повреждена. Федор, а вы не исключаете тот момент, что к этому может действительно быть причастна Российская Федерация? Нет. Что я имею в виду? Сегодня крайний день, когда может быть продлена зерновая сделка. И таким образом Российская Федерация сделала провокацию для того, чтобы поднять ставки и так далее и тому подобное. Это очень смешная версия, я даже не буду ее рассматривать, это невозможно. Это сделала украинская разведка, и больше, кроме нее, никто бы не способен это сделать. Выставлять российские власти настолько идиотами, чтобы они сокраденный себе объект взорвали только с целью провокации. Слушайте, если бы они хотели сорвать сделку, они просто взяли бы и сорвали. Взрывать Крымский мост они бы не стали. Поэтому давайте не будем умножать сущности без надобности. Абрамович срочно прилетел в Москву. Как известно, он курирует зерновую сделку, которая заканчивается сегодня, как я уже говорила, после подрыва Крымского моста. Я предполагаю, что вероятность ее продления под вопросом. Какие силы в России, по вашему мнению, могут быть не заинтересованы в ее продлении, чтобы попробовать сорвать ее продление, несмотря на тесные взаимоотношения Путина с Эрдоганом? Слушайте, я не очень знаю, как там все устроено с этой зерновой сделкой, и подозреваю, что вообще очень многие люди в окружении Путина считают, что она не нужна. По сути, она действительно выгодна главным образом Украине, как считают в Кремле, и Путин сам довольно резко высказывался, что нас обманули, вот, что это не то, что нам обещали. Поэтому я думаю, что если они эту сделку и сохранят, то только в обмен на какие-то, я не знаю, обещания от Эрдогана или что-то еще. Откровенно говоря, им она не особо нужна, и они спокойно могут от нее отказаться и объяснить это, даже объяснять не надо, потому что особенно какая-то патриотическая, так называемая общественность, она искренне не понимает, почему Путин вообще позволяет вывозить грузы какие-то с Украины по морю.
Тем более, что сейчас идет вот это вот украинское контрнаступление, все это сопровождается усилением взаимных обстрелов и так далее, и в такой ситуации действительно довольно странно выглядит участие в какой-то торговле. Поэтому выйти из этой сделки будет довольно просто во всех смыслах для России, и я скорее удивлюсь, если она останется в этой сделке, не очень понятно зачем. Очевидно, только с одной целью, повторюсь, если это нужно для поддержания каких-то, так сказать, интимных контактов с Эрдоганом, потому что что там у Путина с Эрдоганом, мне не очень понятно, но очевидно, что они, каждый играет какую-то свою игру, и каждый пытается сохранить этот контакт. Понятно, что Путину Турция гораздо нужнее, чем Эрдогану Россия сейчас, потому что Турция – это одно из буферных государств, посредством которых Путин решает свои проблемы. Ну, впрочем, Эрдогану, наверное, тоже выгодно показывать, насколько он важная фигура, потому что у Эрдогана, у него весь смысл его политики – это всячески доказывать, что он не просто президент одной из множества стран региона, а он президент ведущей страны региона, и вся его внешняя политика – это, в общем, в каком-то смысле похоже на путинскую внешнюю политику, потому что в то время, пока Путин бегает с идеей возрождения, не знаю, на Советского Союза, Российской империи, Эрдоган, не стесняясь, пытается возродить Османскую империю, ее влияние в регионе, о чем, собственно, он постоянно говорит. И в этом смысле сохранять какие-то особые отношения с Россией, чтобы манипулировать этим в переговорах с Западом, это вполне в духе Эрдогана. И мы за полтора года войны увидели, как он в этой позиции очень комфортно себя чувствует. Федор Геннадьевич, в МИД Китая отреагировали на продление зерновой сделки. Принимает статус, мы готовы укреплять сотрудничество со всеми сторонами в этой сфере, способствовать формированию большого международного консенсуса, вносить позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности. То есть Китай надеется на продление зерновой сделки. Это сигнал Путину? Нет, это не сигнал Путину. Вообще надо понимать, что все публичные заявления китайской дипломатии, они всегда заключаются в одном. Мы за все хорошее против всего плохого, давайте жить дружно и ни с кем не ссориться. Они делают постоянно такие заявления, и ни одно из этих заявлений ровным счетом ничего не значит в практическом смысле. Во-первых, Китаю глубоко плевать, в общем-то, на эту сделку. Она никак не отражается на его ни безопасности, ни снабжении Китая продовольствием, и вообще, я думаю, не очень интересно на Китаю как таковому. И если мы хотим понять, что на самом деле думает по этому поводу Китай, по поводу всего происходящего, надо смотреть не на заявление китайского МИДа, а на те действия, которые совершает высшее руководство Китая. А высшее руководство Китая, во всяком случае, демонстрирует, что оно готово продолжать общение с Путиным и не собирается участвовать в режиме изоляции России от внешнего мира. Поэтому вот уж чего-чего насчет китайского какого-то изменения китайской позиции по заявлениям китайского МИДа я бы судить никому не рекомендовал. Давайте обсудим позицию Шойгу, потому что он отстранил от войны еще одного генерала. Это командир 106-й дивизии воздушно-десантных войск, генерал-майор Владимир Сильверстров. Эту информацию размещают телеграм-каналы. Указывается, что генерал-майор Сильверстров командировал дивизией, которая с января этого года воевала в Бахмуте. Причины отстранения генерала от командования пока неизвестны, однако по данным военного осведомителя телеграм-канала, возможным поводом послужил неуступчивый характер командира и его нежелание молчать при отстаивании вопроса, который касается личного состава. Отмечается, что генерал не всегда соглашался с решениями штаба ВДВ. Это на фоне того, что десантники собирают и защищать другого генерала, Теплинского. Безусловно, для Украины вот борьба, да, между паркетными и фронтовиками крайне выгодно. Но ведь если фронтовики возьмут верх, война выйдет на ноги, как вы считаете? Я считаю, что мы обсуждаем отсутствие фактов. Вот эта история, что какие-то десантники якобы куда-то хотели идти защищать Теплинского, это просто, извините, анонимные войсы в телеграм-канале. Мы с вами сейчас можем сесть и записать 25 войсов в телеграм-канал от имени кого угодно с рассказами, что мы такая-то воинская часть, что мы уходим с фронта, что у нас такие-то требования, что мы с тем-то не согласны. А потом сесть в анонимный канал и написать 55 сообщений, что Шойгу арестован, Сильверстов арестован, этот арестован, тот отстранен. А где факты? Я хочу факты. Есть факты, не из телеграм-каналов, я их не вижу. Поэтому я слухи из телеграм-каналов предпочитаю не обсуждать. Потому что эта история с тем, как десантники поехали кого-то там защищать, она началась и кончилась на одном сообщении в Телеграме.
И также все остальные сообщения из телеграммов. Генералы – это такие люди, которые даже в российской армии не могут исчезать так просто. Если какие-то генералы отправляются в отставку, должны быть официальные какие-то сообщения по этому поводу. И насчет того, хорошие они генералы, нехорошие, у меня вот нет никакого представления о том, какие там генералы какие. Этих генералов, я так понимаю, там десятки, если не сотни в российской армии, и по мне так они все примерно одинаковые. И, честно сказать, не испытываю ни по поводу одного из них никаких теплых чувств. Поэтому гадать на вот этой гуще, что значит отстранение кого-то и зачем, а мне кажется, что это нормальная история времен войны. Вот есть Шойгу, есть армия. Армия – это структура, где все должны подчиняться начальству. Ну, вот так она устроена, армия, понимаете? Когда в армии начинается демократия, она разваливается, потому что подчиненные не могут выбирать себе начальника, во всяком случае, в армии. Так вот во всех, я думаю, что и в украинской армии, если бы сейчас началась какая-то низовая демократия, и солдаты на передовой начали голосовать, кого они хотят устраивать генералом, командующим, ничего хорошего-то не кончилось. И естественно, что, так сказать, армия России, которая сейчас занята вот этой агрессивной войной, проблема единоначалия там тоже остро стоит. Поэтому вполне логично, что все те люди, которые не хотят подчиняться приказам, спорят с начальством и имеют свое мнение, их выгоняют. И я бы в этом смысле не питал никаких иллюзий, что это каким-то образом разваливает армию. На самом деле это ее укрепляет. Потому что после вот этого выступления Пригожина все прекрасно поняли, что любое фрондирование, любая дискуссия на тему «я с вами не согласен, у вас неправильные приказы» может кончиться вот такой историей. Отсюда очевидна мораль. Все те военные начальники, которые имели обыкновение спорить с начальством и высказывать свое неудовольствие, их сейчас выгоняют. Да, может быть, они какие-нибудь смелые, отважные, там, бесстрашные, дерзкие, не знаю. Не могу судить по результативности их действий, но с точки зрения общего укрепления дисциплины и повышения уровня боеспособности армии, то есть отдан приказ, значит, он исполняется. Так все армии мира воюют. Я думаю, что эти меры, которые предпринимает Шойгу, они вот так и объясняются. Все эти рассуждения, что какая-то там армия восстанет и пойдет защищать своего генерала, не знаю. По-моему, это просто анонимная трескотня в телеграм-каналах, авторство которой невозможно установить. Действительно это десантники пишут, или это какие-то досужные обыватели, это какие-то пропагандисты или кто-то еще, не знаю. Давайте судить по фактам. Факты таковы. Фронт, который воюет, противостоит украинской армии в Украине, не развалился. Ни после путча Пригожина, ни после чего. Никакое воинское формирование с фронта не снялось и не ушло в тыл защищать своего генерала. Следовательно, обсуждать нечего. Услышала вашу позицию. Продолжение темы телеграм-канала, но немножко в другом аспекте. Леонид Невзлин пишет, что полковник ФСБ Поляков, который курировал самые дремучие запутинские каналы, начиная от кремлевской прачки до Незагаря, брал десятки миллионов рублей за блоки явно в обход кассы, так называемый, на чем и погорел, и был арестован. Это довольно-таки распространенное, скорее всего, да, событие. Но, как вы считаете, такова судьба всех авторитарных режимов, которые увлечены во всевозможные вертикали? И стоило вот этой вертикали прогнуться, и все сыпется, расползается, и громко трещит по швам? Согласны с такой оценкой? Нет, не согласен. Слушайте, какой ты помойный телеграм-канал. Прямо сказать, далеко не самый главный, неофициальный. Какой-то персонаж занимался мелким шантажом, его арестовали. А какое это имеет отношение вообще к развалу чего-либо? Ну вот реально, сидит какой-то аферист и в телеграме пишет всякую ерунду. Плюс кого-то шантажируют. Его пришли, бывшие коллеги арестовали, посадили. Каким образом это говорит о развале? Я при всем уважении к Леониду Борисовичу Невзлю, но он уже полтора года пишет о том, как все разваливается и трещит по швам. Что-то пока, к сожалению, ничего не развалилось. Знаете, я был первый, был счастлив, чтобы все развалилось, потому что мне бы с удовольствием хотелось бы вернуться в Россию, и чтобы меня там не арестовали. И я жду, когда все развалится, не дождусь. Но от того, что мы бегаем и кричим в эмиграции, все развалилось, все треснуло, тут какого-то мелкого афериста арестовали, там какое-то анонимное сообщение в телеграм-канале. Еще раз, это ни о чем не говорит. Для того, чтобы был развал и треск по всем щелям, это не должны быть аресты каких-то аферистов из телеграм-каналов. Давайте посмотрим, пусть бы арестуют генералов, министров, пусть там начнется какая-то очевидная возня. Понимаете, редактора телеграмных каналов – это не элита. Это не люди, принимающие, это никто. Это просто пустое место. Этих телеграм-каналов патриотических сотни, если не тысячи.
И они, это не самые оголтелые, это не самые важные, это не самые влиятельные. Это просто один из тысячи вот этих вот каналов, которые принадлежат к разным сеткам и друг друга там что-то друг про друга пишут и друг у друга деньги вымогают. Я не понимаю, почему вообще этому надо придавать хоть какое-то значение. А то, что он бывший ФСБшник, слушайте, при Путине в России этих бывших ФСБшников, куда ни плюнь, в бывшего ФСБшника попадешь. Так, кстати. Но это не значит, что каждый бывший ФСБшник – это какой-то представитель власти. Там тоже хватает, так сказать, внутренней селекции, какие-то люди уходят со службы, их выгоняют, может, коллеги съедают, и вот они там кто чем. Кто-то в бизнес уходит, кто-то политикой, в депутаты. А кто-то вот сидит и занимается телеграм-каналами, причем, повторюсь, ну, это не самые важные телеграм-каналы из тех, которые, даже не самые важные сетки. Потому что, вопреки вот этим заявлениям, что это какой-то там оголтел, я читал, что это какая-то маргинальная достаточно сетка, потому что те, кто принадлежат вот действительно вот там около Киренковским и прочим сеткам, их не арестовывают, с ними ничего не происходит. Произошло в России следующее. Сообщили, что было покушение, но они его превратили на Собчак и Симоняна. Вот Собчак написала пост в связи с якобы покушением на нее, где она явно была не рада, что ее ставят в один ряд с Симоняном, Маргаритой Симонян. Что это за странная подстава? Что это было? Кто и зачем это сделал? Ну, тут очень сложно обсуждать, что это было, потому что, опять же, ничего не было. Было заявление ФСБ, что они там кого-то, значит, остановили. Но они постоянно кого-то останавливают. Другое дело, что мы знаем, что когда речь идет о реальных покушениях, они чаще всего почему-то не успевают никого остановить, поэтому там пытались взорвать Дугина, но взорвали дочь его, убили этого в центре Петербурга, взорвали Татарского, еще этого писателя дурацкого, Прилепина, тоже взорвали. То есть, в принципе, как выясняется, когда дело доходит до реальных терактов, и вот этого офицера-подводника убили, я уж не знаю, за что его там убили, хотя вроде как он не руководил никакой подводной лодкой, но, в общем, каким-то образом его убили. И поймали человека, который вроде как его убил, уже после совершения преступления. Поэтому довольно странно, что вот такое преступление удалось предотвратить. Опять же, с точки зрения подбора фигур, если, допустим, по поводу Маргариты Симонян еще можно понять, в чем смысл покушения на нее, и если бы, допустим, какими-то, например, украинским диверсантам удалось это сделать, вот это было бы первая крупная действительно победа, потому что на фоне Симонян, Татарский, Прилепин и там Даша Дугин – это просто пустое место. А она, потому что она не просто пропагандист, вот это очень важно, она менеджер, она руководит крупнейшим вот этим медиахолдингом и как раз-таки курирует еще кучу всяких там разных пропагандистских сеток. Поэтому она ключевой человек, один из ключевых лиц путинской пропаганды, и не только лиц, но еще и менеджеров. Поэтому как раз-таки попытка покушаться на нее, она вполне рациональна. В то же время Ксения Собчак – это совершенно странная фигура, потому что, откровенно говоря, во-первых, она точно абсолютно не какой-то символ ИСТОУ режима. Ее одинаково презирают с двух сторон баррикад, что называется, и свои, и чужие. Она и при Кремлевском дворе, мягко говоря, не очень, так сказать, популярна, да, а уж в оппозиции ее вообще, так сказать, за человека особо не считают. То есть она какой-то такой странный персонаж, который в условиях войны точно не является, не может являться какой-то полезной целью. Скажем так, если бы с ней что-то случилось, ну, мне бы скорее было жалко ее просто по-человечески, потому что непонятно, чего она, собственно, чем она вообще виновата в этой войне. Уж точно не она ее начала, и она не самый главный ее пропагандист. Я вообще не знаю. По-моему, она никаких заявлений в поддержку войны особых не делала, да, потому что она при всех ее проблемах и недостатках, она в целом, как человек, она вполне себе, так сказать, нормальный человек, да. А вот Симоня нет. Поэтому у меня ощущение, что это может быть, конечно, вранье, то есть это может быть какая-то ФСБшная провокация, как, собственно, сама Собчак заявила, что если смысл этой провокации просто поставить рядом два имени, ну, как бы, ну, сволочи вы после этого. Что действительно никому неприятно оказаться в одном списке Симонян. Да, потому что Симонян – это, ну, вот прямо клейма некуда ставить. Да? Конечно, если бы я был Ксения Собчак, мне бы тоже было очень обидно, что я оказался в одном списке Симонян. Но я думаю, что это именно какая-то ФСБшная разводка. Или было покушение на… Готовилось покушение на Симонян, и они решили превратить это в какую-то клоунаду.
и добавили туда зачем-то Ксению Собчак? Или это вообще изначально все придумано от и до, и просто это сделано, чтобы нагнетать какую-то тревожность, да, чтобы показывать, что вот шпионы, диверсанты и вредители не дремлют и постоянно, значит, готовят покушения на каких-то. Опять же, тут может быть даже еще и третья проблема, что на самом деле Симонян-то, объективно говоря, никому не жалко. Потому что, несмотря на то, что она является одним из ведущих пропагандистов, я, честно сказать, сомневаюсь, что ее очень сильно любят даже в каком-то пропутинском лагере, потому что она, в общем, ну, довольно неприятная, одиозная тетенька, и даже в каких-то радикальных пропутинских каналах по поводу нее очень много претензий. Ее, ее мужа и вот этой всей их деятельности по расхищению денег под соусом пропаганды. Поэтому, возможно, это действительно попытка разбавить, героизировать эту неприятную дамочку, сказать, что вот видите, какая она настоящая, значит, патриотка, я не знаю, борец невидимого фронта, что на нее ж покушение готовится. И она, наверное, теперь ходит гордая, если она там, не знаю, к Путину попадает она или нет, но, может, она придет Громову и будет плакать и говорить, видите, меня мать там с каких-то детей чуть не убили, дайте мне орден, дайте мне денег, дайте мне охрану на уровне президента, еще что-нибудь. Хотя, подозреваю, ее и так охраняют очень сильно, потому что, повторюсь, она руководитель государственного медиахолдинга. Федор Геннадьевич, еще одна не менее важная тема по поводу переброски частной военной компании Пригожина-Вагнера в Беларусь. Готов ударный кулак. В Госдуме раскрыли цель переброски Вагнера. Частную военную компанию перенаправили в Беларусь для захвата Сувалского коридора. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов в передаче «Соловьев лайв». Что это, по вашему мнению? Это туман войны? Это реальные угрозы? Это накачка населения или это отвлечение внимания от реальных планов на Вагнер и дальнейшую судьбу Пригожина? Ну, давайте начнем сначала, что я не слышал это заявление, в каком виде это сказал Картополов, я не знаю, может быть, это была его какая-нибудь шутка, угроза и так далее, потому что Сувалкинский коридор – это территория, в общем-то, Литвы и Польши, то есть стран, входящих в НАТО. Любая агрессия против любой страны НАТО привлечет к вовлечению в войну всей организации НАТО. Ради Сувалкинского коридора, ради, не знаю, там, пригородов Нарвы, ради любого вообще деревни, находящейся на территории страны НАТО, начнется война с НАТО. Я абсолютно, абсолютно убежден, что если Путин хотел начать войну с НАТО, он бы не за Сувалкинский коридор начал воевать. Это было бы что-то другое, потому что есть только одна опция – нанести первым удар и получить в ответ огромный удар от НАТО. И это точно не посылание кого-то на территорию Польши и Литвы через Сувалки. Поэтому или генерал Картополов так пошутил, или он просто шел с ума и несет какой-то бред. Или это просто туман войны, и вообще давно понятно, что Государственная Дума при Путине – это место, где не решается ровным счетом ничего. Не там принимаются решения, куда нападать, куда атаковать, что делать. Там вообще не принимается никаких решений, поэтому вообще заголовок новости в Госдуме разъяснили. Извините, там люди понимают меньше, чем мы с вами. Им приносят вот бумажку и говорят, так, все, голосуем за это, они голосуют. Все остальное время они трындят все, что им в голову приходит, и это ровным счетом не значит ничего. Поэтому ждать атаки из Беларуси на Сувалкинский коридор силами группы Вагнера я бы не стал. Повторюсь, если Путин захочет начать войну с НАТО, это, она не в Сувалках начнется, она начнется по всему фронту, или это будет какой-то, извините, ядерный удар по центрам принятия решений, как они любят говорить. Сувалкинский коридор, это, он нужен для решения технических проблем. То есть это надо с Калининградской области из Белоруссии пойти навстречу и отрезать страны Балтии от Польши. Таким образом, ну, это уже начало полномасштабной войны, понимаете? То есть, ну что, захватили Сувалки, что дальше? Значит, война началась полноценная с НАТО. А ради чего? Ради Сувалок, что ли, или ради чего? Ради, ну, это очень странная идея, поэтому я бы просто предложил считать генерала Картополова бессмысленным болтуном, смысл существования которого вот вбрасывать какие-то истории, чтобы мы с вами их пообсуждали, а завтра про это никто и не вспомнит. Тогда предлагаю еще обсудить очень интересное заявление. Оно достаточно-таки распространено, это не впервые. Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, прошу прощения, призвал к убийству высшего военного политического руководства Украины после подрыва Крымского моста. Он сказал, что надо взрывать их собственные дома, дома родственников, искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ним. Но он же забывает, что были заявления Буданова, где он говорил, что ГУР с удовольствием работает и по России.
может, он и с Медведева начнет? И вообще мы увидим, мы не увидим попыток отстранения руководства как России, так и Украины. И, возможно, вот действительно правдива была информация о неких правилах войны, о которых говорил Бернс с Путиным перед началом войны. Нет, никаких правил ведения войны нет, потому что когда началась атака на Украину, как мы видим, практически, давайте честно, если отбросить вот все эти лозунги, что ничего не получилось, получилось довольно много. Гостомель, насколько я понимаю, находится совсем близко под Киевом, как, собственно, и Буча. То есть российские войска подошли практически к столице Украины и только там встретили сопротивление. Кроме того, были диверсионные группы, заброшенные в Киев, и, откровенно говоря, ликвидация руководства Украины планировалась. Делать вид, что она не планировалась, довольно странно. Тем более, что наносятся ракетные удары, в том числе и по военным каким-то руководящим объектам. Поэтому, если бы российские спецслужбы могли ликвидировать украинское руководство, они бы это уже сделали. И то же самое касается вашего прекрасного Буданова. Если бы он мог ликвидировать кого-нибудь сильнее, более влиятельного, чем татарский там, Прилепин или Даша Дугина, он бы это сделал. Но я думаю, что людей, которые действительно принимают решения, таких как Медведев и даже Маргарита Симоньян, очень хорошо охраняют. И даже силами господина Буданова сделать это нельзя. Поэтому они взрывают каких-то третьих и там, четвертого сорта пропагандистов, ну и обмениваются вот такими любезностями. Да? Потому что Медведев тоже не тот человек, который принимает какие-то решения. Насчет ценности его заявления я бы тоже особо никаких иллюзий не пытал. Никто ему не докладывает, какие там решения приняты, кого хотят ликвидировать, кого не хотят. И не он принимает решение, кого надо ликвидировать. Этим занимаются другие люди. Поэтому, повторюсь, если бы российское руководство действительно могло ликвидировать украинцев, они бы это сделали. Без вопросов. Уже давно все правила войны нарушены. Хотя, честно сказать, я не очень понимаю, почему Украина до сих пор не перерезала газопровод, по которому идет газ, и не объявила войну России, если война уже давно агрессивна и полномасштабна. Но в целом все остальные политесы, кроме вот этой газовой трубы, давно уже, так сказать, забыты. И тут вопрос именно в том, могут или не могут, мне кажется. Я отказываюсь в это верить, что вот могли бы ликвидировать там Залужного или Зеленского, но по каким-то моральным причинам они этого не делают. А вот украинские спецслужбы могли бы ликвидировать Медведева, но что-то не торопится. А что не торопится-то? Сколько война должна длиться? 3 года? 4, чтобы господин Буданов раскачался и все-таки ликвидировал кого-нибудь пострашнее несчастного этого никчемного пропагандиста татарского, который, откровенно говоря, 99% о существовании этого страшного человека узнал после того, как его взорвали в центре Петербурга. Я не умоляю, пожалуйста, мне их не жалко хоть всех, так сказать. Но вопрос-то в том, что есть люди, принимающие решения и ответственные за войну, а есть просто взаимозаменяемые болтуны, которых, ну, на место каждого приходит 5 новых. И они не боятся, я вам хочу сказать. Ну, потому что они боятся, переживают, не знаю, плохо спят ночами, писаются, употребляют антидепрессанты. Но им не мешает это вести свою поганую деятельность, потому что им очень хорошо за нее платят. Да, страшно, да, могут убить. Это часть работы, понимаете, часть контракта. Вас тоже могут убить, ракета прилетит, так сказать, не дай бог. То есть, ну, мы же не продолжаем, и, там, любому из наших, вот, кто там пытается против Путина говорить, тоже могут новичка в трусы налить, так сказать, в любой момент времени, да, в том числе и в странах Европы, как уже выяснял. Ну, что ж, теперь прекращать, что ли? Вот они тоже к этому так относятся. Ну, да, ну, такая работа. Ты записался в пропагандиста, вот тебе зарплата, вот тебе деньги. Если тебя взорвут, подорвут, посмертно героя дадим. Вот и все. А дальше уже сам. Поэтому, конечно, они продолжают выступать, действительно говорят жуткие и мерзкие вещи, но я бы, честно сказать, подождал хотя бы одного факта, когда будет ликвидирован хоть кто-нибудь, действительно являющийся менеджментом, руководством или лично ответственным за совершение каких-либо преступлений. Вот это мое по этому поводу отношение. И это вполне легальные цели войны, но я пока не вижу ни одного случая, когда реально была бы вот эта цель поражена. Думаю, что все еще впереди, Петр Геннадьевич, и что если бы действительно наша ГУР поставила себе в задачу ликвидировать, они бы это сделали. Спасибо вам большое, что вы нашли время канала Политека. Федор Кочнинников, российский политолог и публицист, был с нами. Друзья, подписывайтесь на канал Федора Кочнинникова, для нас это очень важно. И, конечно же, пишите свои вопросы под видео на канале Политека. Для нас это также очень важно. Мы все читаем, мы все видим. Спасибо, что были с нами. Меня зовут Дина Бернацкая. До встречи.